С вами Антон Чалей, и сегодня я покажу вам, как создать в домашних условиях настоящего живого гомункула. Весь интернет пестрит этой темой из-за двух нашумевших видео, которые набирают популярность и просмотры. И все бьются просто об заклад. Подделка это или настоящее видео? И я решил проверить все на своем личном опыте. Немного о самих гомункулах. Гомункул, с точки зрения алхимиков, это искусственно созданное существо, которое похоже на нас с вами, но только небольшого размера. Самый известный рецепт его создания придуман был Парацельсом, который утверждал, что если взять человеческое семя и поместить в определенный сосуд и провести некоторые манипуляции над ним, преобразуется в настоящего гомункула через какой-то период времени. И мы решили это проверить. Чтобы создать гомункула, нам нужно, первое, это яйцо, второе, это питательная среда, то бишь майонез в этом случае, и нам потребуется еще шприц с такой жидкостью, о которой я говорил вначале, не буду сильно распространяться. Нам нужно на яйце заранее проделать маленькую-маленькую дырочку. Я сделал это до ролика, потому что нужно очень-очень аккуратно. Мы вставляем туда шприц и наливаем нашу жидкость. После этого очень аккуратно достаем иглу оттуда и дополнительно наливаем майонез в яйцо. После этого нам нужно закрыть коробочку и плотно-плотно замотать со всех сторон ее изолентой с незначительным доступом воздуха и положить эту коробочку в землю на 10 дней. Спустя 10 дней